Седанта, и сегодня мы продолжаем играть в кубики он войны, да. Ну, в Майнкрафт, короче. А, в принципе, с прошлого раза я ничего не придумал, что делать. Не, ну у меня есть идея. Ё-моё. Не, у меня есть идея. Только нам... Весёлая. Хотел сказать, что там горит. Только она веселая. Это, короче, вот туда надо. Да. Капец. А зачем, я не в курсе. Вообще, хочу башню. Ну, башню это башню. Башню, парашню, чё? Ой, так тихо. Знаете, вот я сейчас сижу, думаю. Вот смотрел я видео, да? Типа топ-10 игр, в которые вам стыдно играть. Типа показывали Майнкрафт, типа это, либо же для аутистов, либо для детей. Вот я сижу и думаю, ну на аутиста я точно не похож. На ребенка я, ну, может быть. А нафига ж я в это играю? Потом подумал, а чем я хуже всех остальных? Ну и пошло оно все в это коню. Так что вот. Так, где там? Господи, нет, не сюда. Так, ладно. Я сейчас, если что, высчитываю. Провожу сложные математические анализы. И понял, да ну это нафиг. Я не в школе, я считать не хочу. Ой, я ж ее закончил. Да и пофиг. Ах, то чувство, когда был тупой школотой и остался тупым. Андигридом. Писец. Жил-жил, вроде бы. Чувствовал себя взрослым дяденькой. И тут понял, что ты просто тупое, но при этом красивое существо. Вот как. Вот такие вот выводы я делаю в свои 5 лет мозговой деятельности. Так. И куда я успел потратить? А, никуда. Да я гений. А может быть и нет. Ой, моё. Надо проход сделать. Как это весело. Включим-ка музыку.
Жрали дети камыши, соком запивали. Я какую-то, кстати, сегодня хрень попробовал. Чуть не понял, что я это я. И не запел. Так, по-моему, тут... Да. Тут мой идеального масштаба портал 1:0. Надо лопату сделать. Но лопаты для Саньков. Если смотрят меня Саньки, то знаете, вы Саньки. Не Петя, не Гриша, не Вася, не кто-то, а Саньки. А может, сантехники. Кто вас разберет? А действительно, кто? Да никому это не нужно. Во. Блин, теперь это похоже на безумное что-то. У меня гениальная идея образовалась. Но так как она гениальная, я вам ее не расскажу. Я только намекну. Так. Так как я очень такой любитель усложнить самому себе жизнь, случайно причем, то я ее себе усложню. Хотя нет. Мое усложнение это обычно что-то такое. Так, окей, продолжаем. Так. Ладно, это так закроем. И я тут понял, что очень хорошо наблюдать за коровами. Как они ходят. Короче, я теперь Дроздовым буду. Это программа в мире животных. Мы наблюдаем за естественным
за естественной жизнью коров. И пошел, сука, дождь. Как все вовремя, а? Наблюдаешь за коровами, а тут дождь пошел, а? Ну не писец же, а? Ну и как мне изображать Дроздова в таких условиях? А, ну там должно быть... Мы наблюдаем. Господи, я помню то, что он даже озвучивал кого-то. Как его, господи? Я помню в этом... Господи, короче, почему я голос говорю? В Зверополисе он озвучивал ленивца. Это его самая лучшая роль. За всю историю телевидения. Сам на ленивца похож. Ну и озвучивал подобного все себе. Все. Ой, мое. Во. Только у меня вопрос. А нафига ж мне тут дверь-то? Ну, наверное, мне сюда ходить охота стала. А чё, тут лестницу соорудить из нормальных. Так, только надо этот... Лампочки воткнуть. А вот они, лампочки мои. О, кстати, 2 секунды. Я тут кое-что вспомнил. Не вовремя. Ну ничего страшного. Мы же не торопимся, так ведь? Господи. Вы ж никуда не торопитесь, я тем более. Так. Сейчас, 2 секундочки. Главное не забыть. Так, опаньки. Так. Сейчас, погодите, детишки. Девчонки, мальчишки. Ой, ё-моё. Не упарывайтесь до такой степени, как я. Господи. Так. Я извентиляюсь, но, по-моему, меня хотят... на это вот. Ехать и на ее ехать. Так. Еще 2. Ой, секундочки. Ну там перемотайте. Что ли? Так.
Хотя, походу, перематывать он не придется. Так, ладно, я посмотрел все, что мне нужно было. Еще раз извиняюсь. Продолжаем. Самое веселое в мире – это копать. Копаем. А если бы я еще бы нормально говорил, а не нес всякую чушь, ересь и прочее. Опаньки. Такс. Хорошо. Нормально. Юм, вы можете спать только ночью. А сейчас что? Вы прикалываетесь, что ли? А то, что люди могут спать и днем, это, короче, вас не мучает, да? Да, есть такие извращенцы, которые спят днем. Потом, сука, ночью не дают спать. Ох, жалко, что я один из них. Так. В неплохой горе поселился я, по сути. Ох-хо-хо-хо-хо. Я думаю, либо же типа как бы по краю что-то наподобие начинать делать башенку, либо же нет. Но мне нужна кирка на шелковое касание, у меня его нету. Как бы тяжеловато тогда. Так, хорошо. Ладно, хотя бы разметим. Так, я не туда пошел. Так, в прошлый раз, по-моему, по водопаду поднимался. А хотя... Хотя, давайте-ка я это... Получу кирку на силу тач... И тогда вернусь.